Откачка воды – традиционная для весеннего сезона процедура. Обычно ее проводят в местах, которые не оборудованы системой ливневых канализаций. Таких мест в Самаре порядка 32. Основная часть находится в поселке Зубчининка Кировского района, а также Куйбышевском. Отдельные локации есть в промышленном и советском районах. Пока на работах по откачке талых вод задействованы 5 единиц спецтехники объемом от 5 кубометров. Специализированные машины вмещают в себя до 12 кубометров воды. Конкретно это рассчитано на 5 кубометров. После откачки лужи свободного места в баке не останется. Чтобы избавиться от воды здесь, машине придется сделать даже несколько рейсов. Специалисты подчеркивают, при необходимости подрядные организации могут увеличить количество техники. Конец февраля выдался действительно последние дни без осадков. Погода позволяет, поэтому пока планируем ограничиться 12. Если данной техники будет не хватать, будем привлекать дополнительные машины. В принципе, в городе они есть, и возможность увеличения порядка до 20 единиц. Работы по ликвидации подтопления на уличной дорожной сети стартовали с середины прошлой недели. Но уже за это время откачано свыше 2000 кубометров воды. Мария Ильевна, Николай Епифанов. События.